Здравствуйте, добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. В прошлом году Екатерина Архарова вышла замуж за своего возлюбленного Артема Илясова. И ожидаемо поклонники сразу же принялись гадать, когда же супруги решатся завести ребенка. С этим они не тянули. Через год после свадьбы Екатерина и Артем стали родителями. После неудачного брака с Маратом Башаровым Екатерина все-таки нашла своего человека. Уже в апреле этого года Архарова спровоцировала слухи о беременности, когда продемонстрировала округлившийся живот на одном из светских мероприятий, а вскоре она подтвердила грядущее пополнение. Вчера, 15 августа, Екатерина опубликовала в Инстаграме пост, лаконично написав «С Богом», тем самым дав понять, что уже совсем скоро ее первенец появится на свет. Фолловеры замерли в ожидании, то и дело обновляя страничку и надеясь, что актриса не станет скрывать радостное известие. Впрочем, новость мы узнали не от Архаровой, а от ее супруга. Цитата: «Моя родная Катюша, спасибо за сына. Теперь я папа, самый счастливый папа на земле. Господи, спасибо!» – не сдерживая эмоций, написал Артем. Наш канал поздравляет молодых родителей и желает маме и крохе скорейшей выписки из роддома. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго!